Приветствую вас, дорогие подписчики и гости нашего канала. Дорогие друзья, сегодня на вашем любимом канале Кот Изобилия мы поговорим с вами о 9 сентября, это день времена. Давайте разберемся по запретам дня, то есть что категорически нельзя делать в этот день, какие у нас народни примети и народни традиции. А пока что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, смотрите видео до конца, чтобы ничего не пропустить важного, интересного и всегда быть с нами в изобилии и достатке. Итак, дорогие друзья, давайте вместе будем разбираться. Итак, 9 сентября православная церковь чтит память преподобных бимина великого и бимина палестинского. Другие названия праздника – Бимин Анфиса Рабинник и Кукуша Рабины. На Бимина было это начинает сбор рабины. Однако это делали очень аккуратно и только после того, как ягодами балака, балакомца птицы. Девушки же 9 сентября делали себе рабиновые бусы нанизывая ягодки рабини на красную нить. Такие бусы считались мощным женским оберегом от сглаза. Лечили бесплодие, дарили блод... блодовитость, а не, обещали скорую свадьбу. Кстати, очень часто во время свадебного обряда на невесте тоже были надеты рабиновые бусы. Еще одним рабиновым обрядом этого дня было возвешивание гроздей ягод под крышей дома. Считалось, что это принесет всем живущим в нем большую счастья и удачу давайте дорогие друзья разберемся теперь по поводу приметы. так что говорят нам примете на 9 сентября 2022 года рабина пожелтела бабье лето удастся а зима придет рано и будет морозно рабина поздно дала цвет значит три месяца будет тепло если рабины мало осенний сезон будет засушливым, а если много, то дождливым и холодным. Изобилие ягод говорит о том, что зима будет долгой и, конечно, холодной. Теперь самый важный час нашей рубрики, дорогие друзья, это дня и после этого ежедневная рубрика «Объяснение по запретам». Итак, дорогие друзья, что категорически нельзя делать на Бимина 9 сентября 2022 года? Итак, нельзя причинять вред рабине. Наверное, ваши бабушки или прабабушки об этом точно вам говорили. Если нет, то пишите нам, и мы обязательно расскажем вам более подробно об этом, так что это очень интересно и познавательно. Нельзя одалживать денег. Как мы всегда говорим, постарайтесь жить своими средствами. Постарайтесь ставить цель заработать. Не тратите на бустишки деньги. Так как вы сегодня тратили на пустышки а завтра у вас проблемы начинаются поэтому чтобы у вас проблем не начались поэтому живите своими средствами накапливайте достигайте те цели которые вы поставили перед собой нельзя что-либо поднимать на улице у нас на этом канале и конечно на другие наши канале которые мы советуем вам тоже заходить, посмотреть и подписаться об этом. Очень много говорили, очень интересного. Мы отвечали на все ваши вопросы, касающиеся этим вопросом. Но еще раз предупреждаю. Очень строго на перекрестках ни в коем случае нельзя ничего поднимать. Там очень опасно берегите себя, берегите свою жизнь. Берегите свое богатство, берегите свой покой в доме, радость и счастливых дней. Храните их. И не делайте этих ошибок. Нельзя делать крупные покупки. Насчет покупки, понимаете, да, сегодня нельзя делать эти крупные покупки. А вообще-то, когда вы хотите делать крупные покупки, запланируйте это заблаговременно. Считайте плюсы и минусы. Выбирайте день и время. Потому что это важно. И день, и время. Утренно или вечерно. Это все играет роль и в позитиве, который войдет в ваш дом. Потому что любая крупная погода, э, покупка, это то, что будет зайти в ваш дом. Это то, что будет ваша душа приобрета. Поэтому сделайте это с умом. Нельзя стоять на пороге, поскольку можно лишиться жизненных сил. М -м. Насчет порога знаете, у нас тоже на этом и на других каналах, которые мы помогаем, мы говорили об этом очень много. На пороге. Понимаете, как э, можно приобрести счастье и можно потерять все. Если вам интересно, вы хотите более подробно и есть, если есть у вас какие-то вопросы по этому поводу или может у вас что-то случилось пишите, мы обязательно вам ответим и не только вам, ответим всем, потому что один из вас задает вопрос. Он может касаться многих людей, поэтому мы стараемся отвечать на это для всех, чтобы все были, э, были как это вам сказать, дорогие друзья, чтобы все были или жили в счастье, чтобы вы понимали, к чему это, и что может произойти, если сделать так или так, поэтому будьте осторожны. Znači, je, je odljude, 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 tudi, včistote, akuratna, ne l'zamo se rejte v dobe. Saj veste, je nekaj tiba v ljudeh. En iz tiba v ljudi, ki torej čisto ljubite, kada pso v čistosti, akurat ni bila, ni greza, ni čega. A je ljud na obro. Udivili se, kdaj to je uvideli, da ljudje da že zbirajo moser od sebe doba. Что такое вон? Это ужасно. И это энергия вашего дома. Это ваша энергия. Когда у вас чисто порядок, все хотят к вам. И ангелы-хранители. И деньги. И радости. И позитива. Вам открываются белые балса в жизни. Происходят с вами чудеса и приятные моменты. А когда у вас беспорядок, грязь, мусор и так далее, то все происходит наоборот. От вас все хотят уйти. Надеемся, дорогие друзья, мы вам помогли сегодня. Мы ждем ваших вопросов. Мы обязательно для вас подготовим все, что вы хотите, для того, чтобы вам помочь идти в этой жизни счастливыми, радостными и удачливыми. С вами был канал код изобилия, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, как всегда говорим, задавайте все свои вопросы, на которые мы всегда отвечаем. Будьте здоровы, берегите себя, любите друг друга, цените друг друга, помогайте друг друга от чистого сердца. И, конечно, все будет хорошо. Будьте здоровы и до встречи.